продолжается. И папе встает ай короллой, чтобы не угадывать, как стояла деталь. Вот тоже 4 меточки ставлю. Вот. Вот такие вот здесь свой. И потом не заморачиваясь. Почему? Потому что здесь кусочки, которые крепят это все дело, они самоцентрующиеся. И в результате этого можно, как говорится, угадывать там, как оно там не так стоит. Вот тут вмятин, конечно, поменьше. Вот, но тем не менее они есть. Вот такая, короче, басня. Сейчас почему-то пытаюсь снять, а они снимаются, не хотят, чтобы их снимали. Вот практически вот прикол, да? Вмятины есть, но их не видно. Обалдеть. Вот, а так их видно. В принципе, все то же самое, как и на капоте переднем. Их тут хватает. Вот. Как и передний, так и задний капот у нас крашеный. Поэтому тут слишком сильно с ним он не позволит. Вот, надо аккуратненько, нежненько будет это делать, дабы потом не пришлось эту деталь перекрасить специально из-за того, что, допустим, передний капот красить надо, он там весь в сколах, как бы это вопрос уже решенный. А вот задний капот надо постараться аккуратненько сделать, несмотря на то, что он крашеный, ну, ничего страшного. Ну что же, время идет. Пятнинки исчезают. В основном придется работать вот таким инструментом. Вот лампа. Тест-драйв. Не упала, но не разбилась. Я немножко замешкался. Вот она бабахнулась. И чё? Все как было, так и есть. Присоска просто долго стать устала. Вот и все. Ну, такое где есть. Так, ладно, продолжим. Вот. Капот закончился. Задний у нас. Тут он у нас немножко крыны, немножечко просадка есть. По материалам я решил пройтись все-таки заком. И еще момент такой, что вот куча всяких мусорин. Но это из-за того, что машинка у нас уличного хранения. Тут что только нету. И клей, и птичьи какашки, и все, что хочешь. Так, конечно, камера фотоаппарата от нашего не может показать, но хотя вот мы видим, структура просадки видна. Вот. И сейчас немножко полем, дабы она покрасивше стала. Деталюшка. Второй номер полироли. С жесткостью губочка. И вот он наш компотик. Сейчас мы его чуть-чуть приласкаем. Он у нас загорелся. Стал более благообразным. Дабы не швыряло. Вот это не раскидывало сильно. Обычно вот так вот немножко втираю. Вот. Я тут как бы и не вижу смысла особо выпачкиваться. Тем более, что красил не я, поэтому
я не знаю, какая толщина лака. И надо аккуратно как-то делать, дабы не попасть на покраску. Вот, пройдя пару раз по капоту, вдоль, поперек, по диагональке, чуть ее расшлифовал, уже он поджался. Вот. Поэтому кое-где вот еще вот такая бяка осталась. Я ее специально показываю всем. Вот. Зачем ты показываешь то, что не получилось? Ну, не получилось, и показываю. Сейчас еще, может быть, я ее немножко погрею и доделаю. Посмотрю. Вот есть, вот они, сколы. Они смотрятся катины. Вот. Что тут такого? Это жизнь, ребята. Надо все показывать так, как есть. Без вас. Почему? Потому что, говорит, вот. Мастера всегда показывают только идеальную работу, когда идеально получилось. А такое не снято. Все когда-то, где-то, на чем-то ошибаются или нет возможности сделать. Так что ж теперь? Вот. Я считаю, тут мне никем выпендриваться не надо. Я показываю честно работу. Где получилось, где не получилось. Вот. Я считаю это нормальным. Вот как-то так. Сейчас берем волшебную тряпку. Вот, и приводим в порядок. Ну, вот. Хороший блеск появился. Ладно, туда-сюда и будем ставить. Вот еще немножко, я же говорю, я специально снял, вот тут у меня не получилось. Попытаюсь доделать, не получится, ну что делать. Один-два неделанных момента могут быть на элементе. Тем более град не ученический, был такой серьезный. Вот теперь будем собирать вот этот кучу вот этого ливера. Теперь надо поставить сюда, чтобы все заработало. Во. Здесь по отметочкам все совпало. Здесь тоже совпало. Ну, проверили мы. Здесь все у нас совпало. Теперь собираем багажник. Крыша у нас еще, как мы видим, мы до нее не дошли. Это вот на улице у нас уже осадки выпадают. Вот. Уже после 6, вот 5 минут уже некомфортно. Некомфортно. Вот, ну ладно. Вот он на багажник. Сделанный, сделай. Вот теперь осталось собрать машинку и хозяину надо покататься.